При механике для трех судей мы должны работать каждый в своей зоне ответственности и компетенции. Нельзя, чтобы три судьи одновременно смотрели на мяч или в одну точку. Нельзя, чтобы было три одновременных свистка. При механике для трех судей мы должны работать каждый в своей зоне ответственности и компетенции. Нельзя, чтобы три судьи одновременно смотрели на мяч или в одну точку. Нельзя, чтобы было три одновременных свистка. При механике для трех судей мы должны работать каждый в своей зоне ответственности и компетенции. Нельзя, чтобы три судьи одновременно смотрели на мяч или в одну точку. Нельзя, чтобы было три одновременных свистка. Вот Нолан. Ha combinat ya Capadins per a Penny de dos. Bueno, pues Вот Нолан. Ha combinat ya Кападинс перапени де дос,